Мороженое – любимое лакомство практически всех детей и многих взрослых. История одного из самых популярных продуктов в мире насчитывает не одно тысячелетие. Вкусовые предпочтения у всех разные. Вообще, я очень люблю мороженое, ем его часто, почти каждый вечер. Но самое любимое, самое вкусное – это фисташковое в рожке, сверху посыпанное орешками. Простое в рожке. Когда только к нам пришло мороженое в рожке, для меня стало самым любимым мороженым с добавлением кусочков мармелада. Оно было самое-самое вкусное, это вкус моего детства. Пломбир с вареной сгущенкой. Самое вкусное, обычное мороженое в стаканчике, сливочное, пломбир и так далее. В Ленске выпускают около 2 тонн мороженого в месяц. Для производства достаточно 3 человек. В небольшом цехе изготавливают классический белый пломбир и шоколадный. Весь процесс проходит через несколько котлов. Это варочный котел. Сюда засыпается сырье, ингредиенты. Все это смешивается, доводится до температуры 84 градусов. Пастеризуется, потом смесь перегоняется через гомогенизатор. Все это при температуре 80 градусов. Потом попадает в охладитель первичный. В охладителе смесь остужает до 20 градусов. Дальше во второй охладитель. После этого холодный полуфабрикат отправляют на 12-часовое созревание. После продукт проходит через фрезер, где попадает на фасовочный стол. После того, как мороженое разольют по коробкам, его посещают примерно на 6 часов в скоромороздельную камеру. Здесь температура почти всегда минус 30 градусов. После такого закаливания мороженое идеально сохраняет свою кремовую консистенцию. После его отправляют в морозилку до отправки товара на прилавки местных магазинов. На радость всем сладкоежкам. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».